Всем привет, друзья! Сегодня мы разберем такое упражнение на бицепс, как подъем гантели одной рукой, сидя, оперевшись во внутреннюю часть колена локтем. То есть получается вот такое вот упражнение. Вот. Сейчас мы посмотрим технику выполнения этого упражнения. Смотрите, прикол этого упражнения заключается в том, чтобы взять гантелю таким образом и поставить ваш локоть вниз, вот сюда, чтобы он упирался в ваше колено. Ваше плечо должно быть опущено вниз, чтобы плечо не получало нагрузку вообще, а получал нагрузку только бицепс. Опускаем максимально плечо, плечо расслаблено, ложим сюда, опускаем вниз, тогда оно не будет получать. Упираемся в колено локтем и делаем вот такое вот упражнение. Корпус немножко повернут сюда, да, можно облокотиться этой рукой о колено другое, чтобы была опора. И в таком статичном положении мы начинаем поднимать гантелю таким образом. Делаем медленно, не торопимся, фокусируемся на нашем бицепсе. Мы должны чувствовать, как он наливается кровью. Желательно делать на полную, разгибаем и сгибаем на полную, чтобы наша мышца работала хорошо. Я не могу тут делать на полную, потому что пол мешает. Надо было на скамейку сесть или куда-нибудь на стул. Он повыше. То есть делаем на полную, разгибаем руку и сгибаем тоже на полную. Сгибаем мы немножко быстрее, разгибаем немножко медленнее. Эта техника на всех упражнений касается и очень важная техника. Это упражнение, друзья, одно из самых эффективных упражнений на бицепс. Знаете почему? Да, правильно, потому что мы выключаем наше плечо, оно не работает. А когда мы просто поднимаем стоя на бицепс, то мы закидываем немножечко еще плечом вот сюда, да, когда нам сложно. А тут, если нам сложно, то у нас плечо там внизу, оно все равно не будет работать. И мы работаем только нижней частью руки, получается, предплечьем, да? И мы поднимаем только на бицепс, у нас плечо не работает. В этом и суть вся упражнения. Естественно, делается по одной руке сначала. Один бицепс качаем, потом второй бицепс качаем, и будет два бицепса, красивых бицепса. Вот, друзья, спасибо за просмотр, будут следующие видео, будут разборы других упражнений. Пока!